Если летом 2018 года вы не знаете, где отдохнуть, то я хотел бы вам предложить поселок Кабардинку возле... Это на Черном море, возле Новороссийска. Цены на жилье я писать не буду, так как на 2018 год я их просто не знаю. Но есть у меня ряд телефонных номеров эконом-класса и супер-эконом-класса. Если вы хотите хорошо и дешево отдохнуть, можете выбрать для себя подходящего поставщика услуг и наслаждаться отдыхом на Черном море. Далее будут номера телефонов, также они будут продублированы еще и в ссылках в описании к видео на YouTube. Но тем, кто уже загорелся идеей дешевого отдыха для всей семьи, вот, можете свободно ставить на паузу, видео записывать номера телефонов или сразу же обзванивать их. В Кабардинке очень хорошая зона отдыха, вечерние развлечения тоже также присутствуют. Там есть и аквапарк, есть куча разных развлекательных сооружений для детей в плане веревочных городков, в плане дельфинария. Вот, поэтому отдых там на любой вкус. Можно также погулять по шикарно сделанной набережной с большим перечнем развлекательных услуг, начиная от проката гироскутеров, машинок, до заканчивая, я не знаю, там караоке на всю ночь. Суши-бары, дешевые столовые, мега-дешевые развлечения в парке аттракционов. То, что очень любят дети. Так что, если кому-то стало интересно, можете записать номера телефонов и обзвонить. Либо же сохранить это видео к себе в плейлист и пользоваться не один год. Я туда уже ездил 3 раза. И мне там очень понравилось. Мне, ребенку, жене. Всем пока.